Перми в лицее номер 10 в этом учебном году открылся зал самбо. За все заплатил городской бюджет. Но это были адресные программы, то есть педагоги сами вышли с инициативой в Думу и получили финансирование. Как это работает, всем остальным расскажет Антон Нагибин. В зале для самбо в лицее номер 10 толкаться и даже стоять на голове детям не просто можно, нужно. Но как делать это правильно, учит Эльмира Викилова, мастер спорта международного класса. По ее мнению, в науке побеждать важны не только дисциплины и результаты, но и качественный инвентарь. Не в каждом зале такое есть покрытие, как здесь. Ну, на самом деле, оно предназначено только вот и для маленьких ребят, и круги сделаны правильно для этого возраста, для этой начальной школы. Идея создания зала для самбо принадлежит учебному учреждению Федерации самбо Пермского края. Чтобы воплотить задуманное в жизнь, представители лицея обратились к депутату своего округа Дмитрию Федорову. Здесь все сложилось так, как надо. И дети довольны, и родители довольны, и наш лицей тоже прекрасно себя чувствует. Деньги на расширение спортивной базы были выделены из городского бюджета в виде целевой субсидии. Подобная процедура происходит ежегодно. Антон Нагибин, Атвей Санников, Вести Пермь.